Недвижимость – лучшее вложение средств материнского капитала. Так считают многие. Напомню, в этом году размер материнского капитала чуть более 450 тысяч рублей. Конечно, квартиру во Владимире на эти деньги не купишь, но они могут помочь семье в приобретении жилья. Обо всех нюансах покупки недвижимости с помощью материнского капитала мы расскажем в следующем материале. Материнский капитал – существенная материальная помощь от государства. Почти каждый год закон о семейном капитале редактируется, принимаются поправки в него. Но до сих пор не все граждане понимают, как и на что использовать средства материнского капитала. На сегодняшний момент размер семейного капитала достиг 453 026 рублей. К сожалению, индексация материнского капитала приостановлена до 1 января 2020 года. И увеличиваться до этого срока не будет. Данная сумма относится к единовременным выплатам. Право на пользование сертификатом родители получают при условии рождения второго ребенка. Основной и самый популярный вид использования материнского капитала – это на улучшение жилищных условий. Помимо прочего, это оплата части стоимости приобретаемого жилого помещения продавцу и погашение целевого займа, предоставленного на приобретение недвижимости. Неважно, займ это взят у банка или у любого другого юридического лица. Документом, подтверждающим право на использование материнского капитала, является сертификат государственного образца. Именно он имеет уникальный номер и всегда указывается в договоре купли-продажи. Но процедура покупки недвижимости с использованием сертификата имеет ряд требований и нюансов, которые необходимо выполнять. Семья может распоряжаться материнским капиталом с момента получения сертификата на государственный семейный капитал. Вот, но не во всех случаях. Например, для расчета между продавцом и покупателем, непосредственно минуя кредитные организации или организации, дающие займ, сертификат этот можно использовать только по достижении ребенка, который принес всему материнский капитал трехлетнего возраста. Если вы решили улучшить жилищные условия за счет материнского капитала, нужно знать, что к такому жилью предъявляются особые требования. Оно должно соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам, находиться на территории нашей страны, иметь статус полноценного жилого объекта. И еще один важный пункт, касающийся оформления сделки купли-продажи. Приобретая жилье за счет средств материнского капитала, покупатель должен выделить доли всех членов семьи, в том числе детей. Иногда госорганы отказывают семьям в оплате недвижимости. Чаще всего из-за несоответствия требованиям. Поэтому подбирать объект недвижимости лучше через агентство. Так вы сэкономите время и нервы. Компания «Уфа Партнеры» она одна из самых первых на рынке, кто активно начал помогать людям использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. Мы готовим нужный комплект документов. Анализируем приобретаемый объект, зная заранее требования, которые предъявляет пенсионный фонд приобретаемым объектом, и с большой степенью вероятности гарантируем одобрение пенсионного фонда на распоряжение средств материнского капитала. Улучшить качество жизни с помощью мат-капитала вполне реально, но прежде чем принимать решение, нужно все хорошо обдумать, ведь материнский капитал выдается на семью один раз. Хотите выгодно его использовать, звоните по телефону 46 11 22 или приходите в офис «ЙОФИ и партнеры» по адресу улица Горького, дом 75.